Уже было завершил видео, видите, сменил локацию по столу. Получается, но решил все-таки вам показать до конца весь процесс. А процесс будет в том, что дальше мы его разбираем полностью на запчасти, как был договор с владельцем. Теперь вот этот ключик, которым я разбирал внутренние инструменты или нижние, сюда не подходит, потому что он большего диаметра. Здесь я использую японские пассатижи фирмы Engineer для разборки. Значит, с одной стороны зажимаю одними, причем здесь боком на малых. Вот. Или попробую все-таки передом. Вот так. А с этой вот этими. Пошло дело. Потому что плоскогубцы выдвинуты, поэтому создает дополнительное усилие. Потому что это сложно разбирать вот эти вот АЛы с накатками передними, потому что нету инструмента, нету для разборки. Ну, тут дальше можно любыми плоскогубцами крутить рукой. Так, есть. Вывинтили, сложили, выталкиваем втулку. Есть рама. Вторая. И эту половинку теперь. Так, выгибаем плоскогубцы. Захват здесь. Захват и крутим. В инженер из захватываю боковину, а не передним, черными маленькими, потому что они более малого размера. Если было двое таких же, тогда да. Но я, помните, в видео, где их показывал, вообще показал, что какие только удалось добыть. Так, есть. Выталкиваем втулку. Шайбы. Плоскогубцы. И еще не были разобраны эти задние инструменты. Но тут ключиком вот таким. Да, ключиком одна песня. Жаль, что нету такого же для передних. Так, есть, пошло, но еще чувствую, что туго. Да, еще пальцами невозможно. Есть. Снимаем. Ну, грязище тут. Так, салфетку не подготовил. Просто ужас. Гляньте. Вон там это. Высоту этой грязи. Это как вообще можно так мультитулы до такого доводить? Я не понимаю. Еще юбилейный.
Просто тут вообще. Такс. Надо. Надо втулку вытолкнуть. Такс. Есть. Есть, есть, есть. Все, просто куски грязи. Где самая ценная накладка? Ну, да, судя по весу, это алюминий. Теперь я окончательно понял. Хотя как-то вот, говорю, отполировано до такого приятного эбенового ощущения. Видите, с трудом рука поднялась на разборку такой красоты. Лимитки. Ну вот теперь окончательно все. Значит, всем спасибо за просмотр. Всем пока, всем до новых видео. Комментируйте.